забывать и о более серьезных последствиях. Ведь химическая завивка или частое использование краски не лучшим образом влияет на ваши волосы. Пусть эти проблемы больше вас не тревожат. Хватит экспериментировать над собственными волосами. Теперь с помощью париков вы сможете сами выбирать себе прическу, которая наиболее подходит к вашему овалу лица и цвету глаз. К тому же вы можете менять прическу по нескольку раз в день, в зависимости от вашего настроения. Если вы думаете, что парики предназначены лишь для молодых кокеток, немедленно отбросьте ваши сомнения. Вы женщина, и этим все сказано. Не секрет, что у тех женщин, кто совмещает напряженную работу с заботой о семье и доме, время всегда на вес золота. Если вы опаздываете на деловую встречу и не успели привести в порядок прическу, не отчаивайтесь. С помощью парика вы сможете сделать это за 5 минут. Несколько взмахов расчески, и вы неотразимы. Поскольку все наши парики изготовлены из высококачественных материалов, отличить их от натуральных волос совершенно невозможно. Липучки и резинки, которыми оснащен парик, позволяют ему быть уникальным для головы любого размера. Конструкция парика такова, что прекрасно пропускает воздух. Если вы носите парик вместо громоздкой зимней шапки, то выглядите всегда элегантно, не боясь, что это приведет к ослаблению ваших собственных волос. Как быть, если основная прическа вас устраивает, но хочется дополнить ее новым штрихом? В этом случае шиньон – лучший выход из положения. Шиньоны очень просты и удобны в применении. Они оснащены такой специальной застежкой, элегантной и незаметной для посторонних глаз. Вам понадобится всего лишь несколько секунд для того, чтобы изменить вашу постоянную прическу. А для того, чтобы всегда выглядеть элегантно, ничего кардинально не меняя, достаточно иметь несколько вариантов наших шиньонов. Возможно, вы еще не решили сделать эту покупку. Для вас это слишком смелый шаг. Но ведь изменяя свою внешность с помощью парика или шиньона, вы ничем не рискуете. Не бойтесь быть разной. Быть может, тогда в вашей жизни произойдут те перемены, о которых вы давно мечтали. Парик «Короткая стрижка». Артикул 500. Цвет каштановый, блондин, черный, русый. Цена 179 900 рублей. Заказы присылайте по адресу 101-300, Москва, абонентский ящик 2111. Парик «Удлиненная стрижка». Артикул 501. Цвет каштановый, блондин, черный, русый. Цена 179 900 рублей. Заказы присылайте по адресу 101-300, Москва, абонентский ящик 2111. Парик «Каре». Артикул 502. Цвет каштановый, блондин, черный, русый. Цена 179 900 рублей. Заказы присылайте по адресу 101-300, Москва, абонентский ящик 2111. Шиньон кудрявый. Артикул 503. Цвет каштановый, блондин, черный, русый. Цена 149 900 рублей. Заказы присылайте по адресу 101-300, Москва, абонентский ящик 2111. Шиньон прямой. Артикул 504. Цвет каштановый, блондин, черный, русый. Цена 149 900 рублей. Заказы присылайте по адресу 101-300, Москва, абонентский ящик 2111. Для того, чтобы сделать заказ, отправьте в наш адрес почтовую карточку или письмо в свободной форме. Обязательно укажите свой обратный адрес, индекс, имя и фамилию. На обратной стороне напишите наименование нужного вам парика или шиньона, его артикул и цвет. Гарантируем предельно короткие сроки доставки. Оплата при получении на вашем почтовом отделении. Напоминаем, что вы получаете товар по той цене, которую видели на экране. Если вы не успели запомнить весь перечень пунктов оформления заказа, не расстраивайтесь. Достаточно лишь указать название и цвет понравившейся вам модели.
Добрый день. В эфире информационно-аналитическая программа «Деловая Россия». В студии Российского информационного агентства «Новости» Елена Старостина, Борис Домненко, Герман Соломатин. И наш гость – президент Международной ассоциации руководителей предприятий Марк Масарский. Главная тема сегодняшнего выпуска – новый состав правительства. Оставшийся до своего визита в Финляндию день президент России намерен целиком посвятить подготовке к российско-американской встрече на высшем уровне. В том, что в Хельсинки приедет больной Клинтон и здоровый Ельцин, сомневаться не приходится. Свидетельство тому – блестящая, успешно проведенная многоходовая комбинация под названием «Реорганизация правительства», на проведение которой